Мария Кожевникова, Алексей Ягудин, Айра Смит, «I don't want to miss a thing». Я ничего не хочу пропустить. Падение началось в 18 часов 18 минут, в день страшного суда. В день, когда человечество погибло от оружия, созданного им для собственной защиты. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. «Раскаты грома», «Гроза». Ну, естественно, если мне не изменяет память, это же саундтрек к кинофильму «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли. В общем, танец-то был немного не той направленности, катастрофой в танце не пахло. Я хочу сказать, что при всей моей симпатии к Лёше Ягудину и Маше Кожевниковой, все-таки Маша не доделывала сегодня практически ни один технический элемент, до конца не доводила. Чуть-чуть не дошла в поддержку. Чуть-чуть задержалась с выходом из нее, когда вставала на лед. И пара все время опаздывала. Опаздывала в музыку. В общем, конечно, жюри за это оценки снизит. Чуть волновалась, видно было. Прям даже чувствую ноги так. Ага, волновалась прямо в глаза. Ну, вот это передалось мне, например. Ну, не знаю, если она... Тренировку более раскованно катала. Мария Кожевникова, Алексей Ягудин, Россия. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,9 балла. Общий балл 11,82 балла. Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, трудно ли оставаться объективной, когда на льду Алексей вместе с Машей? Очень трудно, если честно. Трудно, конечно, но... Но нужно. Тут дело только не во мне и не в нем. Просто я хочу сказать, что 6-0 поставила за то, что научили они Машу не бояться. Научили. Маша-то вообще, как говорится, на ногах не стояла, господи, честно. Ну не стояла, боялась вообще, раба Божья, руку отпустить. И даже если не отпустить, то все равно боялась. Я думаю, что первая половина танца прошла лучше, чем вторая, потому что она была музыкальна. А вторая, понимаете, не хватило вот этой
мощи для того, чтобы выразить эту музыку. Музыка была сильнее во второй половине, чем то, что они делали. За вторую поставила 5-9. Оценки своих коллег, обожаемых совершенно мной, не обсуждаю. Фарух, есть пары, которые, так скажем, увереннее себя чувствуют на льду, а есть пары, которые себя увереннее чувствуют на танцполе. Как вы считаете, вот эта пара где себя чувствует увереннее? Я думаю, что касается танцпола, там, наверное, Мария себя более уверенно чувствует. Это, наверное, естественно. А что касается в целом номера, я согласен с Татьяной Анатольевной, что касается музыки. Музыка, энергетика музыки была сегодня, на мой взгляд, конечно, несоизмеримо сильнее. И, может быть, непопадание было вот именно вот в хореографии, либо в невозможности донести ту сумасшедшую энергетику Aerosmith. Мне так показалось. Но, тем не менее, номер сам по себе был достаточно хорош. Поздравляю. Ребят, вы так ярко все время выступаете на танцполе. Что не хватает, чего не хватает здесь на льду, чтобы это было так же адекватно ярко? Не знаю, нам абсолютно всего хватает, и я считаю, ну почему зрители постоянно кричат «мало-мало»? Да шикарно, мы с такими оценками выигрывали крупные турниры. Поэтому я всем доволен, я доволен прогрессом Маши, и вообще все замечательно. Я думал, вообще можно получить и 5-6, вот там можно, конечно, начать расстраиваться. Но я доволен абсолютно всем. Скажи, пожалуйста, а вот что тебе сейчас вот легче уже становится делать на проекте? Танцпол, лед, или уже все тяжело? Элементы какие? Нет, танцпол, конечно, мне гораздо легче, но теперь мне стало больше нравиться лед. Как-то это что-то новое и что-то интересное, и мне нравится что-то осваивать. Я так радуюсь, как ребенок, какому-то очередному, там, то, что я выучила, там, я не знаю, там. Во-первых, красиво говорить, я умею бауэр. Никто тебя не понимает, а ты так можешь сказать. Или там беговые, или там троечки. То есть это интересно. Мне нравится. Я вижу Алексея, могу увидеть только на тренировках, поэтому я вижу его, у меня хорошее настроение. Я вот вцепляюсь в его руки, ноги вообще, в него и катаюсь. И мне это доставляет глубочайшее просто удовольствие. Молодцы, удачи, с боевым настроем. Спасибо.